Фронтальные разделы сместились с Западной Европы в сторону Синеокой и задали погоду на выходные. Днем в субботу за облаками покажется солнце, по северо-западу пройдут дожди, местами грозы. Подует южный ветер. В некоторых районах Беларуси температура воздуха ночью упадет до минимальной отметки в 4 градуса. Днем столбик термометра покажет до плюс 28. В воскресенье будет облачно с прояснениями, в отдельных районах также не обойдется без грозовых осадков. В темное время суток ожидается плюс 11, днем воздух прогреется до 32 тепла. Ночи становятся длиннее, дни холоднее, а арбузы слаще. Все признаки уходящего лета налицо. Налились соком яблоки и груши, созрела кукуруза. Уборочная близится к завершению. Аграрии уверяют, природа в этом году щедра, как никогда. Но так далеко не везде. Экстремальная погода в Великобритании привела к худшему урожаю пшеницы за 40 лет. Проливные осенние дожди и суровые погодные условия сократили количество выращенной хлебной культуры в 5 раз. Это вызовет рост цен на муку и изделия из нее. Ураган Лора продолжает свирепствовать в Соединенных Штатах. В результате стихии погибли 6 человек, нанесен серьезный ущерб сооружениям и электросетям. Порывы ветра, достигающие 67 метров в секунду, оставили многие дома без кровли. Проливные дожди вызвали наводнение. В субботу в Бобруйске будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер подует с юга, сила его будет достигать 6-8 метров в секунду. Ночью за окнами будет плюс 10, днем до 22 тепла. В воскресный день небо расплачется. И несмотря на теплую погоду, в светлое время суток воздух прогреется до 29, а ночью лишь до 16. Осадки и сильные порывы ветра немного омрачат уикенд. Мария Бешкевич, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.